трех вокзалов тупо. Я обыскал залы, около десятка клубов. Делал паузы в клубном хаосе. От Пресни до самой Яузы. Было трудно в толпе людей, так хорошо одетых. В клубной чистоте вечернего банкета. Где-то у Арбата. Будет ли она там? А вон она сама, совсем рядом. Сердце набухло и подскочило к горлу. Ну, ни пера, ни пуха. Встал покорно и с ужасом понял я, что мне иду. Кружится подо мной земля. Все мысли распознала, она все мысли распознала. Если как радио сигналы, она все мысли распознала. Она все мысли распознала. Я был робок серьезен, это ее смешило. С нелепым официозом и как-то через силу попросил, вот осел. Попросил о встрече и понял, что испортил все. Теперь лечу. Пропади я пропадом, да что толку в том? Очнусь в метро потом, трижды проклятым. Провались я сквозь землю, с какой целью? Пленен я этим городом, вернусь по туннелю. И вот я спотыкаюсь, где-то лазаю. Ничего не помню, кроме удивленных глаз ее. Память вернулась, отхлынула кровь от лица. Боже, я договорился с ней встретиться. Ты сказал Паша. Паша? Боже. А, Боже, вот это правильно. Вот это ты правильно сделал, что не постеснялся, подошел и договорился с ней. И встретился. Если б как радио сигналы, она все мысли распознала. Пара-ру-ра-ру-ра-па-па-па. Она все мысли распознала. Если б как радио сигналы, она все мысли распознала. Пара-ру-ра-ру-ра-па-па-па. Она все мысли распознала. Беру свои слова обратно, действительно нормальная песня. Не про мусоров и не про ганджу-бас.